Привет, друзья! Это канал ASMR White, и сегодня у нас особенный новогодний такой влог, посвященный, конечно же, новому 2017 году и уходящему, или уже ушедшему, если вы смотрите ролик после 31 декабря, году. В этом ролике мне бы не хотелось вспоминать всякие неприятные вещи, которые происходили в 2016 году. Пусть они уйдут, мы останемся и сделаем новый 2017 год. Постараемся, по крайней мере, точно его сделать счастливым годом. Пусть этот год будет, как и последующие, годом без войн. Годом полным любви, дружбы, ну и, конечно же, мира. Ни в коем случае мы не должны терять надежду на это. А вам, друзья, я хочу пожелать, во-первых, найти свое место в этой жизни, найти самого себя, самих себя. Будьте самим собой. Обязательно. Чтобы эта жизнь была такой, которой вы действительно хотите. Чтобы ваши мечты в 2017 году сбылись. Чтобы ваши цели на 2017 год достигались. Потому что я безумно хочу, чтобы вы были счастливы. Я хочу, чтобы вы были счастливы. Здоровы. Чтобы ваши сердца были полны любви, доброты, сострадания, надежды и мечт. Еще я хотел бы сказать спасибо вам большое за этот замечательный год. Год поддержки, год любви, симпатий. Вы делаете меня тоже счастливым. А я буду стараться делать счастливыми вас и всячески в этом помогать. И я уверен, что вместе мы можем очень многого достичь и очень многое сделать хорошего, доброго и светлого. Помните, друзья, у нас у всех большие сердца. Больше, чем у наших животных, братьев меньших. Помните, что их надо защищать. Больше, чем у наших детей. Помните, их тоже нужно защищать. Больше, чем у злых, неприятных людей, которые тоже, конечно же, бывают. Поэтому их надо стараться перевоспитывать, в крайнем случае побеждать. И ни в коем случае не опускайте руки, ни при каких условиях. Пусть 2017 год будет просто замечательным годом для вас, прекрасным, воодушевляющим, полным счастья и любви. Спасибо вам большое за все. С новым 2017 годом, друзья. Спасибо.